И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак и много подписчиков. Сегодня мы играем на новой карте «История игрушек», будем играть в прятки. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Витек, поздоровайся. Всем привет. Карта вышла 9 августа, это вообще свежак. Надеюсь, вам понравится, вы поставите лайкосики и подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. Так, и чё? А, дальше нельзя, вот это и все. Ну, внутри здесь столько всего много сделано, надеюсь, вам понравится. Потому что оно очень круто. Мы здесь очень маленькие, а карта очень большая. Короче, мы здесь игрушки, вот так вот правильно будет сказать. Ну что, пацаны, вы запрятались? Я почти. Понял. Витёк, как всегда, сейчас найдет такую нычку, которую я в жизни не найду. Так, вижу, уже по таймеру прошла минута. Я иду искать, и мне это очень нравится. Убийца выдвигается в поиски. Уже всю карту разбросали здесь. Так, я знаю, что здесь эта лужа тратит жизни. Очень медленно, но она мне тратит. Так, подсказывать не надо, я и так всех найду, поверьте, я очень опытный сыщик. Я уже столько людей переискал. Ой, давайте я попробую сейчас тпхнуться туда. Чпоньк. Во. Я даже уверен, что здесь кто-то наверху сейчас шкерится. Так, смотри внимательно. Я потом иногда смотрю на монтаже, что я пропускаю пацанов. Да, и прячется только в этом помещении. На улице не прячемся, и в канализации нет. Ибо карта очень большая. Так, 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 я уже вижу, там кто-то бегает. Кто-то не запрятался. Мы это сейчас все исправим. Даю время на прятки. О, тут есть такие как бы канаты. А, да доски просто. Давайте вот сюда тпхнемся. Во-во, чувствую сейчас кого-то... О, цветок скинем. Ой. Будем тут... Гравитация как-то очень занижена. Так, 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 выдвигаемся сюда. Че, я думал, кто-то запрятался, это просто куколка. Так, в подвале мы не ныкаемся. Ремонт идет. Вот это я нычку нашел. Виктор Кошак, я уже начинаю расстраиваться, что я никого не найду. Вот, это вообще быстрый. Но очень громко топает. Давайте возьмем тихого аниматроника, чтобы они меня не палили. Так, есть у нас один такой. Это у нас марионетка. Она очень жесткая вообще. Во-во-во, чувствую, сейчас кого-то найду. Вот прям чувствую, что здесь кто-то есть. Так, 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 марионетка, ты можешь, я в тебя верю. Хоп. Во, здесь еще такие погрузчики, как раз. Ну и банкой по голове. Так, давайте, ребята, хоть кого-нибудь найдем. Чувствую, я буду долго искать. Но я это сделаю. Так, никого не вижу. Все, теперь ты ищешь со мной. Отлично. Уже вдвоем как-то попроще будет, одному реально тяжко. Блин, запутался в этих, ну, конченых ножках. Во, давайте вот тут посмотрим, может кто-то здесь есть? Что-то ящики уже не выдвигаются. Они выдвигаются. Так, 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 давайте сюда пойдем. О, батут! Я батут люблю. Давайте попробуем на него просто. Бум. О, выше, выше не могу. О, ко мне пришел. А я иду, иду на работу в пиццерию. Так. Найти никого не могу. А мы найдем сейчас. Я наоборот, может, растягиваю удовольствие. Сколько можно вас мочить за одну секунду? Так. Ребята, смотрим все очень внимательно. О, я вижу еще одно место. Там паровозик ездит. Так, давайте здесь. Внимательно, внимательно. Чпоньк. Так. Меня Лефти нашел. Ну, я упал с нычкой. Ай, красава. Ну что, Виктор Кошак, не такой же ты и крутой. А где ты прятался? Так, в двух словах расскажи. А, ты там был, ты там нашел Фокси, но я был на телевизоре. Так, еще куча людей нам надо найти. Все, у вас трое. Еще, попугай, еще трое. Ну, Виктор Кошак, где ты? Давай вместе будем искать. Вот. Это ты попугай? Да, да, да. Так, погнали искать их. Так, так, так. О, я знаю, куда нам надо. Наверх тпхнуться надо. Сейчас, 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 сейчас. Что-то не получается. Давайте вот так вот. Есть. Да блин, да что ж я падаю. Сейчас мы сделаем, как я тогда хотел сделать. Вот так вот. Наверх. Мимо. Наверх. Еще выше. Карта такая замудренная. Ладно, давайте не будем и нервничать, а сразу тпхнемся туда. Короче, тут есть карта, где есть часть карты, где паровозик ездит. Как туда попасть? Я ее где-то видел.
Вот, 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 вот. Кстати, карта оптимизирована, предметы как-то прорисовываются так очень аккуратно. Так, вот чувствую, что кто-то здесь прячется. Вот прям предчувствие такое есть. Во-во-во-во-во. А, не, мне показалось, что кто-то тут сидит. Так, тут нету. О, Лефти, опять привет. Давай паровозик сожрем. А его можно удалить? Давайте проверим. О. А звук остался, ну-то ладно. Вы, пацаны, кого-то видите? Я пока никого не вижу. Боже, какая карта классная. Она такая детализирована, куча всяких таких фишек, нычек здесь. И тяжело искать. Так, 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 поскакала, поскакала пуля. Ребята, будьте осторожны. Друг друга не мочить. О, велосипеды, у них колеса крутятся. Прикольно. Так, кто-то чайник уже включает. Бум. Хорошо. Витя, ты нашел кого-то? Нет, я ищу, они, блин, так запрятались, вот. Четко, да, вообще? Ага. Так, у меня жизнь не тратится. Очень медленно. О, тут монетки есть на карте, видели? А что они дают, если я все соберу? О, я вижу, там аниматроник тоже ищет уже. Мы все вместе, ребята, их тут ищем, никого найти не можем. Так, 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 давайте, давайте пройдем сюда. На Кадиллак сядем, проедемся. О, Лефти, я тебя вижу на потолке, я вон тоже хожу. Так, кошака вижу. Трое ищут троих. И очень сложно нам это дается. Так, ну может быть сейчас, если не будем находить, они нам подсказку какую-то дадут. Там стрельнуть, пукнуть. Там, что еще можно сделать, не знаю. Я кого-то слышу. Да? Он Тулганов. Да-да-да, я тоже его слышу. Тулганчик, выходи. Кто-то застрял. Кто-то застрял. Сейчас мы его растрянем. Так, 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 сюда, 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 сюда. Быстрее. А, это ты, блин. Опа. Так, он сам себя убил. Я его реально видел. Он убил сам себя. Разбился, мальчик. Красава. Профессионал по разбиваниям, сразу видно. Так, ну раз ты умер, давай тоже бери аниматроника. Будем уже четверем искать. Потому что вижу, пацаны очень жестко запрятались. Обычно мы, ребята, записываем, когда я еще прячусь. Но, видимо, в этой серии настолько карта большая, что буду только один я искать. Но если вы хотите, можете написать в комментариях, и мы можем здесь устроить битву. Пострелушек или зомби наставить много. Будем мочить всех. О, да, мне кажется, кто-то тут есть, кошак. Я вот и смотрю, если тут кто. Может, может... А, ты уже туда пошел. Есть, красава! Еще одного надо найти. Кого еще не нашли? Воу, нашли? Это чумно, еще один остался. Еще один? Понял. О, я знаю, где вы не искали. В машине искали? Не искали. Арбуз нельзя сожрать? Нельзя. Большой очень, аж жизни отнимает. Так прикольно, когда все вокруг тебя большое, а ты маленький. В этом есть какой-то прикол. Интересно очень. Банка в воздухе зависла. Че, пацаны, нашли? Я до сих пор не знаю, где. Можно подсказочку? А ну стреляй там в воздух чем-то, подсказочку дай нам. Не слышу. Его нашли, все, его нашли. Так, ребята, давайте, знаете, что в конце сделаем? Давайте сделаем битву аниматроников между собой. Да. Раз. Два. Три. Битва началась. Ха-ха, хитрый жук. Мочи, мочи, мочи их. Ребята, давайте. Напишите в комментариях, кто выиграет. Там здесь я выиграю. Есть. Ну, ну, умри. Да ладно, да как? Я полежу, посмотрю, как они друг друга мочат. Давайте, победитель определится, тех, кто останется последним в живых. Ой-ой-ой. Так, меня не мочить. Мочить только аниматроников. Кто остался живой? Непонятно. Лефти и Чик. Так, Лефти и Чика, давайте, дуэль, один на один. Давай, давай, Лефти, я за тебя, ведь ты на работу в пиццерию должен пойти. Эх, выиграла Чика. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.
Стреляй сейчас.